Доброе утро, друзья. Как пахнет дымом, копченостями. У кого что? Чалевень? У нас дождик с утра. Сейчас вот немножечко успокоился, когда ехала по дороге, прям такой нормальный. Вот. Я сейчас не накрашена, ничего, потому что я сейчас быстренько, наверное, отработаю с клиенткой, вот, которая есть, и поеду, потому что в такую погоду. Я вообще не собиралась сегодня никуда ехать, но вот она мне вчера подвернулась. Значит, надо обработать ее. Сеньор де Лаканья. Поэтому че красит и так красиво. Не ходится. Этот проказник вчера в 12 ночи. Как обычно, ходим же. Я его вывожу пописить. А вот дождик лил сильный в 12 ночи. Он сделал вид, что сходил, но думаю, что-то быстро, наверное, обманывает меня. И точно, потому что в 2 ночи он встал и начал шкрябать по двери, чтобы я ему открыла. И, в общем, я вставала, ждала. А я засыпаю очень сложно, поэтому, блин, для меня это 3 часа сна, можно сказать, выкинут из жизни. Чалевень ты? Ну, ничего не поделаешь. Пар изо рта идет. У нас по всей Испании снега. Всех завалило, залепило. Ну, кроме нас, естественно. У нас вот сейчас тут 12 градусов. Поэтому как бы нормально. Ветра нет, даже, мне кажется, теплее намного. Когда ветер, то намного холоднее, кажется. Даже дома теплее, если ветра нет. Несмотря на то, что 12 градусов на улице всего. На море шторм, конечно, фигачит. Если не будет дождь, может, на пляж схожу. Сейчас поработаю немножко. И погуляю. Батарейка, как всегда, садится. Блохер. Дождик перестал. Я так что-то подумала. Пойду погуляю на пляжике. Вы знаете, передают сегодня по телевизору, только передают, что у нас везде снега, там... С какого-то года у нас даже вчера был рекорд в испанском городе, в Кастилья-де-Лео, по-моему, не помню где, минус 35 градусов, представляете? Это вообще шок, что везде снега идут, везде холод, но самый холод передают на вторник, понедельник, вторник, представляете? То есть сейчас пока дожди, а еще ветер сильный. Но у нас в Малаге, говорят, там ветер, дождь сейчас идет. Чарли там с другом. Чарли, бен аки, бен! Вот, а у нас, смотрите, спокойно так, ветра нету, дождичек такой себе шел, небольшой. В общем, а Малага от нас в часе езды одна ходится, тоже на Косте, на берегу. В общем, прикольно. Все умиляются, что мой Чарли в свитере. Сейчас тоже своих... клиента встретила, они с собачкой гуляли. А мало того, что Юрсай, они его подстригли. Я говорю, надо ему свитер надеть. Он такой, не хочет надевать. Ничего. А так бы многим хотелось тоже нарядить своих питомцев. Но они не даются. У меня Чарльз сразу быстренько так это привык к свитеру. Но у меня, знаете, как не балуй. Если я сказала надо, значит надо. Бегает вон, радостный. Впереди там тоже собачники одни ходят. Ой, что там, увидел друга. Ну, не друг какой-то. Первый раз с этой собачкой встретились. Но он с ним быстренько подружился. Сейчас посмотрим на море. Опять пошел дождь. Такой мелкий, но успеем добежать до машины.
меня эта куртка, она не это, с ней как с гуся вода. Но вот Чарли свитер, сейчас сниму ему в машине свитер. Тут идти недалеко, так что дойдем. Смотрите, я достала форель, оскурила ее. И вот так вот сейчас нарезаю. Уже, естественно, попробовала, как не без этого. Обалденно вкусная. Вот так вот, просто вот так вот тоненько стараюсь нарезать. Но не совсем тоненько, потому что что это? Большому куску рот радуется. Вот такие вот слайсы, видите? Чтобы было удобно на хлебушек класть или еще куда-то. Так вот порезали. Что лишнее в рот? И вот так складываю. Сюда. И сейчас я все это залью маслом. Обычно без запаха, растительным. Чтобы все это хранилось. И доходило. Вот так прям, не жалея. И потом буду доскатывать по кусочкам, какие мне нравятся. И кушать. Какая прелесть. Закрываем и отправляем в холодильник. Закрывайся. Вот. И все. И отправляется в холодильник. Вкуснота. Кстати, хорошая, вкусная. Так, а я сейчас буду разогревать мое пучеро. Сейчас покажу мяско тоже. В общем, буду кушать. Ну, вот так как-то выглядит мяско. С хреном хочу. Буду с хреном есть. И вот такие вот хлебцы. Всем приятного аппетита. У меня уже есть видео, как я ем черемое. Ну, вот еще вам. Вот так выглядит оно. С такими вот. Оно не презентабельно выглядит, но зато вкусненькое. Сейчас будем лопать. И чай поставила. Погреться-то надо. Ничего, моя рыба. У меня сегодня, оказывается, у тети день рождения. Так что я ее поздравляю. Хотя она не смотрит, но все равно. Счастье ей, здоровье, всего самого наилучшего. Вот. Да, тетя Коля, шлёткая рыбка. Пойду я все-таки подзаряжу камеру. Холодно, дождик. Зато Чуча тут напевает вовсю. Песенки поет. Я вообще люблю дождь. Единственное, что я не люблю, что вот дома вот такая темень. Дождь вообще сегодня не прекращается. Там сейчас муж отчаливает. С другом куда-то они там поехали. Ой, так, смотрите, как туман. Дождик. Чучи, привет. Напелся? Надо ему сейчас яблочко какое-нибудь дать. У нас сегодня... Чарли, Бэйн, у нас закончились праздники. Бэйн! Сидит, стоит, смотрит. Кене? Папи? Си? Бамо? Киста часофрию. Праздники закончились. Как это сказать-то? Мало того, что нас заметает... Зараженных становится все больше и больше. И каждая провинция, каждая, как их назвать-то? Даже не знаю, как назвать. Делают свои не законы, а локдауны или как их там. В общем, у нас по Андалусии, это южная часть Испании,
И самый, наверное, большой регион страны, регион, наверное, да, почти занимает третью часть. В общем, у нас, в принципе, особых таких каких-то изменений не будет. Единственное, вот у нас комендантский час был, по-моему, с 11, станет с 10 до 6 утра. Бары до 6 часов будут работать, а кафетерии, ну, без алкогольных напитков, до 8. Потом магазины до 8. И вот до за пределы Андалусии нельзя выехать, ну, если только у вас есть какие-то там, ну, либо вы к врачу, либо вы там по работе. Университеты онлайн работают, и не больше 6 человек можно собраться там потусить, скажем так. Ко мне вообще это никак не относится, но от слова совсем. Ночью я не шатаюсь по улице, в бары я не хожу, но в магазины после обеда я тоже не схожу. 8 часов, так они и так у нас до 8, по-моему. Ну, там, может быть, если большие торговые центры, они, по-моему, до 9:30 работали. Что еще-то? А в принципе, ну, в поездке никуда не собираюсь, поэтому как бы... У нас сейчас идет главное... У нас же опробовали вторую прививку, которую будут прививать буквально позавчера, по-моему. И вот через неделю она к нам уже доедет. И сейчас, ну, дело в том, что у нас, знаете, прививки есть, но их некому делать. То есть нет персонала, и вообще как-то все это медленно делается, и все над этим как бы офигевают. Как так? Все так ждали прививки, все ждали там, когда она придет, и когда вот она есть, берите и делайте, а ее делают, не делают. То отдыхают, то еще что-то. Ой, трепанья. Ну, надо. В общем, вот так вот. А хотя у нас вчера наша мэрша, она сказала, что все дома престарелые, а у нас в нашем городе их 3, все члены дома престарелого привиты. Вот. И теперь уже начали прививать этих. Врачей, медсестер и все такое. И скоро уже на следующей неделе начнут прививать людей, у которых повышенный риск. С повышенным риском, боже. Как я разговариваю? Трындец капец. С повышенным риском. Так что вот такие вот у нас новости. Надеемся, что летом, вообще говорят, что лет. И вот я сейчас читала, ну, в интернет захожу, читаю там, что уже сколько-то миллионов нет. Миллионы тысяч. А после миллионов тысяч. А, да, миллионов. Я путаюсь. Несколько миллионов человек уже привиты, и никаких каких-то там супер-пупер. Ты хочешь на улицу? Там дождик. Как это называется-то? Ну, им плохо им не становится. Ты вас парила, но ты вас парила. Тирапая. Просто когда разговариваешь по-испански долго, потом вот так вот переключиться не получается. Вот, и хочется говорить, а испанский язык, он же легче, и поэтому иногда легче выразиться как-то по-испански, чем вот по-русски, да, вы меня поняли. Поэтому дети, например, когда 2 языка дома, папа испанец, мама русская, дети почти, ну, я не знаю, мне кажется, 100%, вот кого я знаю, говорили на испанском. И я даже, знаете, те дети, которые приехали в Испанию, например, там им было 6-7 лет, и потом они какое-то время жили, там лет в 13, я спрашивала, говорю, ну, как... и я вижу, что дети эти потом начинают между собой, русские, да, они приехали 6-летними, и там лет в 10-12 эти дети между собой разговаривают по-испански. Я их спрашиваю, а почему вы по-испански разговариваете? Они говорят, а нам так легче. То есть испанский язык намного легче для выражения. В общем, вы меня поняли, да? Я не знаю. Ой, блин, то ли чай я хочу, то ли я хочу мороженое.
Но чай я уже выпила, поэтому я, наверное, съем мороженку. А потом чай, чтобы согреться. Даже рыба не размораживается. Да. Делаю себе кабачок на ужин. Просто его порезала кружочками и в микроволновку на 3 минутки запихала. Потом я его посолю немного, поперчу и все. Ну, может быть, маслечком сверху вот так полью и будет вкусно. Вот. И все. Чарли пошел наверх. У нас дождь перестал. Но ночью все равно передают. Все? Минга, вам? Ночью все равно передают дождь. Вот такой вот скучный дождливый день. Пошла я монтировать влог и готовиться ко сну. Завтра вроде бы с утра так немножко небольшой дождик, а потом уже после обеда все. Солнце, но холодно. В воскресенье прям вообще холодно. И в понедельник передают прям холодно, холодно, холодно. 10 градусов. 10 градусов у нас обычно ночью бывает, а тут днем. Дубею холодею в этом году. Ну пускай. Зато во всей Испании там снега идут. Я говорю, так люди меньше будут шарахаться по улице. Природа сама решила скорректировать наши похождения, скажем так. О, закончилась моя готовка моего этого кабачка. Может, еще маловато? Ну так, просто на тарелке. Я люблю такой, чтобы он недоделанный был. Чтобы как бы... Нет, сейчас еще надо немножко сейчас посолю. Жрать охота, друзья. Хочется постоянно жрать. Проблема, блин, века. Когда сидишь дома, постоянно хочется жрать. У вас не так? Если у вас не так, то я вам очень завидую. А мне постоянно что-то хочется пожевать. Я уже и мандаринку пожевала, и желатинку пожевала. И вот как жевательная корова. Вот так вот жуешь, и жуешь, и жуешь. Ну ладно, справимся с этим. Главное быть занятой. Я была в это время, ну не в это, конечно, а ну вот если нормальные дни ухожу там на пляж, там 2 часа 2,5 хожу гуляю. То есть как бы жрать некогда, а тут сидишь дома в этом дождике. Но у нас это не часто, поэтому переживем. Ладно, у вас завтра выходные. Всего вам самого лучшего. Провести их замечательно. И всем пока-пока на завтра.